Сегодня утром на Гагаринском мосту в Чебоксарах произошло ДТП с участием скорой и двух легковых автомобилей. В аварии пострадали 5 человек. По данным МВД, иномарка «Киа» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной скорой помощи. В результате удара спецавтомобиль задел ВАЗ-2112. В результате аварии травму получили водители 12-й и скорой, а также трое пассажиров кареты скорой помощи. После оказания медпомощи оба водителя отпущены, пассажиры госпитализированы. Своевременное прибытие и слаженная работа сотрудников госавтоинспекции и медицинских работников позволило избежать многочасовой пробки в утренний час пик. Беременная в ДТП сильно не пострадала. Ее доставили в городской перинатальный центр, где она благополучно родила. Все обстоятельства аварии выясняются.